Сегодня у нас 15 июня 2017 года, и вчера было ровно 6 месяцев, как стартовал проект «Скалит». Сегодня я нахожусь на берегу Сенежского озера. Погода вот такая вот штормовая, дождь, сильный ветер, очень холодно, порядка 10 градусов сейчас. Ребята, всем привет! Сегодня у нас 15 июня 2017 года. Вот такой вот июнь, вот такое вот лето холодное. Правда, уже ветер немножко подстих. С утра было вообще невозможно. Это моя вторая попытка. Поэтому хоть меня слышно сейчас. Я нахожусь на берегу Сенежского озера. Вот здесь такой русалки. Достаточно своеобразный, потому что больше внимания ножкой в платочке с катком, в шлате или как это ватник какой-то одет. Вчера, буквально вчера, у нас было ровно 6 месяцев или полгода, как стартовала компания Безнет. Компания Безнет – это хедж-фонд, который занимается торговлей на рынке Форекс и на биржах криптовалюты. С помощью своей интеллектуальной собственности торговых роботов. В проекте есть партнерская программа, это карьерная, 10 уровней, по-моему, и с каждого уровня можно получать проценты от депозитов своих партнеров, получать процент за достижение, не процент, а премию за достижение нового уровня и получать процент за оборот своей структуры. Я обязательно с ноября 2016 года, сам расширилось, много изменений были, то есть если сначала стартовала с Форексом, потом добавлены были криптовалюты, можно инвестировать сейчас и в них. На момент у меня депозит без найти $1100, я думаю, что я на этом не остановлюсь и будет увеличиваться. Безнет очень активно развивается на зарубежном рынке, очень много подключается зарубежных партнеров других стран, таких как Португалия, Германия, Швейцария, Испания, Италия, также Турция. И вот в этом году Безнет показывает очень хорошие результаты на фоне других инвест компаний, Айбо продолжает радовать, продолжает профиль. Выражаю большую благодарность Григорию Шемету и команде Безнета за предоставленные возможности, за профиль. Выражаю благодарность своим старшим партнерам за то, что я здесь с вами, за то, что я здесь зарабатываю. Передаю привет с такого интересного места. Если вы еще сомневаетесь, хотите зарабатывать, обращайтесь, мои контакты будут внизу под этим видео. Также будет ссылка на регистрацию, ссылка на обзор. Если вы подписались на мой канал, вы еще увидите много-много чего интересного. Вот такая сегодня погода у нас тут. Штормовая трища. Холодно очень. Такое холодно. Там вот расположен
памятник Руссо.